Ильхам Алиев искал и не нашел Ильмара Мамедьярова, президент Азербайджана критикует МИД. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг серьезной критике МИД страны и его главу Эльмара Мамедьярова. В период обострения ситуации на армино-азербайджанской границе 12 июня, все руководство страны было на рабочих местах, кроме министра иностранных дел. Я не мог его найти. «Его не было на рабочем месте», — сказал Ильхам Алиев, выступая на заседании правительства в среду. Он выразил недовольство поведением министра Эльмара Мамедьярова, обвинив его в безответственности. Алиев обратился к премьер-министру с просьбой информировать о его диалоге с Мамедьяровым. «Премьер Али Асадов сказал, что Мамедьяров был дома в трех часа дня. Я спросил» почему вы дома, надо быть в кабинете и выполнять поручения президента», — сказал премьер. Далее Алиев выразил недовольство тем, что глава МИД Мамедьяров обсуждал с армянской стороной вопросы сотрудничества по вопросу борьбы с коронавирусом. «О каком сотрудничестве с Арменией может идти речь?» — сказал Алиев.